Два колеса, сиденье и руль. Конструкция простая. Однако с момента изобретения первого велосипеда, еще с деревянными колесами, в 19 веке это транспортное средство покорило весь мир. Больше всего велосипедистов можно встретить сейчас в Китае. Ежегодно здесь производят 30 миллионов велосипедов. В России ситуация поскромнее, однако популярность этого транспортного средства неоспорима. Даже для тех, кто крутит педали довольно редко. Организовать фестиваль велоспорта хотели давно. По словам специалистов городского спорткомитета, череповецкие велолюбители самые активные из всех спортсменов. В этом году своего рода проба колеса. Программу для первого фестиваля сделали по минимуму. Однако и этого с лихвой хватит на 2 выходных дня. Программа, на самом деле, очень насыщенная. В нее вошли официальные соревнования по дуатлону, по веломарафону и по групповой шоссейной гонке. Также в программе велопробег по улицам города и кульминационное мероприятие на площади Металлургов. Мы его позиционируем как велокарнавал. На велопробег по центральным улицам города могут выехать все желающие в воскресенье. Присоединятся к пробегу и те, кто накануне будет участвовать в конкурсе велосипедных костюмов. Велопробег обещает быть не только победой спортивного образа жизни, но и чувства стиля и красоты. Велосипедисты проедут по улицам Столиваров, Строителей, Бардина, Ленина, Гагарина, Металлургов. Старт у спорткомплекса «Юбилейный» ровно в полдень. Главный праздник состоится на финише на площади Металлургов. Свою программу там приготовила и радиостанция «Трансмит». Зажигательную дискотеку строит диджей Дима Романов. Самый главный велосипедист на «Трансмите». Постоянно катаюсь на велосипеде по работе, по делам, велопрогулки постоянно. Вообще велосипед очень полезная штука. Во-первых, велосипед не загрязняет экологию. Это здоровый образ жизни. Ну и, конечно, ветер в лицо так бодрит и освежает по утрам, когда едешь на работу. Велосипед — это супер. Друзьям, ну и, конечно, всех приглашаю на фестиваль «Велоче», который пройдет уже в это воскресенье. Будет много призов и подарков. Танцевальные ритмы, конкурсы для взрослых и детей, веселые старты, подарки – все это с 12:30 до 3 часов дня ожидает череповчан на площади Металлургов. Прийти можно и вместе с двухколесным другом, и без него. Приедут на праздник и велолюбители из Вологды и Ярославля. Всего, по прогнозам организаторов, в соревнованиях примут участие свыше 150 спортсменов. Но, как гласит поговорка, главное не победа, а участие. Поэтому на фестиваль велоспорта ждут абсолютно всех череповчан.